Друзья, здравствуйте! 12 июля, вернее августа 2023 год. Я нахожусь в Крыму, недалеко от села Ворон, двигаюсь в сторону Воронского озера. Вот там вот Воронское озеро. Вот здесь такие предгорья, где растут уже естественные лесосады. Они пока еще не очень старые, но постепенно набирают уже возраст. Вот здесь растут яблони. Вот все растет без всякого полива, без ухода. Вот айва. Кизила здесь много. Ну, прям в этом месте нет. Вот там дальше. Там дальше айва. Слива. Алыча. Вкусная, зреет. Есть крупные сливы. И вот ко мне приехал мой товарищ из Курчатова Курской области и помогает мне сажать, продолжает здесь сажать лесосад. Вот мы здесь косточки сажаем разные. Это в основном абрикос, черешня, потом персик. Вот я их мою после того, как собираю, и вермикулит. Вот он роет здесь такие вот ямочки. Я засаживаю. Вот так закрываю. Вот. И постепенно эти леса становятся все более и более разнообразными. Становятся съедобными. И мы здесь можем сделать полноценные лесосады и, можно сказать, съедобные леса. Так что вы тоже можете делать это сами, либо приезжать ко мне, мне помогать это делать, либо присылать мне семена саженцы для посадки в таких местах. Вот еще его. Либо помогать материально. Для, я буду покупать семена, саженцы, и выращивать саженцы из семян, и тоже вот дальше рассаживать. И буду делать, продолжать делать съедобные леса. Здесь, на удивление, много айвы. Вот еще айва. Так что сажайте, приезжайте. Помогайте. Всего вам доброго. До новых встреч. Всем мира и любви. Друзья, в дополнение к предыдущему видео, вот мы вышли на такое шикарное голубое озеро. Вернее, это Воронское озеро. Но оно такое изумрудное, потому что лес, лесное. Это натуральная вода, которая стекает с гор. Много в Крыму озер, которые со скважин запитываются. Это натуральное. Ну, искусственная, но вода горная. Вот это дамба. И мы сейчас рассаживаем. Сажаем еще здесь плодовые деревья из косточек. Черешни, абрикосы, вишни и персики. Сливы. Чтобы это место стало еще более прекрасным, делаем здесь лесосад, и вы можете подключаться к той или иной форме. Саша приехал с Курской области, с Курчатова. Я уже говорил. Всего вам доброго. До новых встреч. Сажайте деревья и лесосады.